Гордей. Крутая тебе футболка? Да. По наследству досталась от мамы? Все, музычка новогодняя у нас включена. Готовы? Братская забота. Чтоб человек тоже смотрел, любовался елочкой. А идем елку собирать. Че ты филонишь, Мира? Давай собирай елку. Она в мать вся. Я снимаю. Снимай, а мы позируем. Я тоже буду позировать. А Гордей, давай тут позировать. Все. Все позируют. Мы полезли в антресоли, в которых хранятся уже все новогодние приблуды. Так, наша главная. Да. Яна, Мили. Это кто на мне? Это 2022, третий А, что-то с Аней. Третий А, то, что ты в прошлом году в третий класс пошел. А за этот год мы будем делать еще одну игрушку. Самое главное событие, которое произошло в этом году у нас. Вон там кряхтит. Вон там кряхтит наше главное событие. Вот эта божья коровка сделана из коробочки из-под соски Гордюхина. 2015 год, ему было 2 года. А эта коробочка из-под соски Миры сделаем потом тоже. Что-нибудь. Наш домик в 2018, куда мы переехали. Здесь наша дача, которую мы построили в 2019. Конечки все за 2020. Один чебуратор у нас есть. Чебуратор 3000. Ну-ка, примерка. Ну, явно ты был побольше в 6 месяцев, 6 чем она в 2. Да. 2019 год. А эти фонарики из путешествия в доме на колесах по Турции, да? Да, они наши уютненькие. Какой, как это будет выглядеть? Почти как на Босфоре.